Аля. Будем вместе, получать. Все? Можно? Можно. Итак, поражены и обрадованы тем, что в городе Тюмени есть такой бутик с таким прекрасным ассортиментом, который вы сформировали. Вы им управляете, вы привлекаете покупателей. И, естественно, они довольны, получают прекрасную продукцию в прекрасном месте. Мы не можем не отметить вас дипломом. И надо сказать, что в некоторых городах, которые мы посещаем, сколько мы туда привозим диплом, столько назад и увозим. Есть такие города, вот здесь, да. Удивительное место. А чего же никто некому вручать? Да, некому. Бывает, что некому вручать. Но вот мы рады, что в Тюмени такие люди увлеченные. И все получается. Поэтому все получается рады. Благодаря команде, совместными усилиями, совместным общим желанием и вдохновлением. Мы, я думаю, что будем еще больших результатов достигать. Я и это диплом всем нам. Конечно, вот этот диплом выдан салону и удостоверяется соответствие высоким стандартам работы, современному дизайну, выверенному ассортименту, безусловно, и эффективному управлению. У вас все составляющие позволяют с чистой совестью вам вручать этот диплом. Я надеюсь и уверен в том, что дела пойдут у вас еще лучше. У вас спасибо. Много планов, я знаю, я уверен, что они будут все реализованы. И женщины Тюмени будут еще более счастливы. Хотя Тюмень по рейтингу в России находится на первом месте по ощущению счастья, по доходам, на душу населения и так далее. Все здесь складывается. Спасибо. Вручаю вам. Спасибо большое. Спасибо. Рамочку на стену. Конечно. Но мы вас приглашаем еще раз к нам в гости. Я думаю, что те встречи, о которых говорили, они будут организованы, и мы увидимся, и сотрудники наши будут иметь возможность приехать и пообщаться. А наши зрители, кроме того, что увидят этот ролик и по магазину, прочтут и очень интересное интервью в летнем номере World Wine Lingerie Guide. Готовим. Спасибо. Спасибо.